Здорово, ребятки! С вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам текстуру пак Star Wars для Майнкрафта 1.2. Разрешение данного текстуру пака составляет 16 пикселей. Это стандартное разрешение текстур в Майнкрафте. Поэтому данные текстуры пойдут совершенно у любого Android-устройства. Я думаю, что многие из вас смотрели их легендарные фильмы или играли в игры про Star Wars. Фильмы, кстати, выходят почти каждый год, и в каждом из таких фильмов рассказывают какую-то историю из вселенной Star Wars. Данный текстур пак выполнен очень красиво, необычно, поскольку раньше таких стилей мы еще не видели. К сожалению, броня и мобы не были здесь изменены. Это единственный минус в данном текстур паке. Но можно ли его считать за минус, я не знаю, но я бы хотел увидеть изменения текстурку. Ну что ж, друзья, я здесь поставил несколько блоков, которые лично для меня выделились. Во-первых, это новая измененная дверь, которая сразу напоминает двери из Star Wars. Да, именно такие двери там были. Но, по-моему, они открывались то ли вниз, то ли вверх, то ли вообще раскрывались по бокам. А здесь мы ее открываем как обычную дверь. Но, к сожалению, моддинг Майнкрафта не позволяет нам открывать эту дверь как-то еще. Вот такой необычный блок, который напоминает загрузку, еще было бы классно, если он был бы анимирован, то есть загрузка бы загружалась, если это вообще какой-то загрузочный блок. Ну, а это у нас голова имперца, если я не ошибаюсь, клона или кого-то еще. Ну, а это, друзья, у нас верстак выполнен в вот таком стиле и напоминает какой-то базовый блок, то есть блок чего-то. Ну, я даже не знаю, на что это может быть похоже. Ну, а книжный стол у нас выполнен в виде какой-то определенной точки. Если вы играли в игры про Star Wars, то там вот примерно такие блоки и стояли, и на них были обозначены всякие символы, то есть красная, синяя команда. И эти команды между собой как бы боролись. Были разные режимы, можно было отнимать флаг или же просто дрались на количество убийств. И этот блок именно это и напоминает, но я не могу сказать точно, что это за блок. Также, друзья, вот здесь вот такая необычная плитка, которая сразу же напомнит Star Wars. Да и по идее в других звездных разных фильмах, играх используются примерно вот такие блоки. Но, друзья, сразу увидев вот этот блок, понимаете, что это Star Wars. Зельки теперь выглядят вот так, очень красиво, необычно. Лопата, друзья, тоже была изменена. Как вещи выглядят очень-очень красиво. Это у нас вот такой джедайский меч. Ну, очень-очень красиво, но больше всего мне нравится алмазный вот такой звездный меч. Ну и пушка тоже была изменена, лазерная пушка, посмотрите на анимацию, очень-очень красиво. Но она стреляет не стрелами, а лазерными пулями, и вот так они выглядят, покрашены они в красный-красный цвет. Мне кажется, данный текстур пак заслуживает вашего внимания, ссылочку на него я оставлю в описании, поэтому если что, приходите, скачивайте. Ну а на этом все, не забываем ставить лайки, не забываем подписываться на канал, ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Ролики. Поэтому до скорых встреч!